Кадры, которые мы получили буквально только что. Убитую в поселке Кудьма проводили в последний путь. Церемония прошла в ДК «Железнодорожник». Место прощения выбрано не случайно. Глава семьи, 64-летний Анатолий Королев, занимал пост начальника Нижегородской дирекции связи ГЖД. Сегодня хоронят всех четырех погибших. Анатолия Королева, его жену Наталью, невестку Елену Малахову и внука, 5-летнего Мишу. Для СМИ церемония по решению родственников осталась закрытой. Но даже находясь перед входом, можно было сделать вывод, что трагедия никого не оставила равнодушным. Родственники, коллеги семьи и обычные нижегородцы несли цветы нескончаемым потоком. Провожали семью Королевых-Малаховых под марш прощания.